В чем отличие хэштегов от тегов? Поисковая выдача, мне кажется, помогает только хэштеги. Есть смысл их повторять или хэштеги, теги стоит делать разными? Хэштеги и теги это разные штуки абсолютно, потому что хэштеги это с таким вот, с такой решеткой там, да? Ну, когда у нас там в этом формате. А теги это просто ключевые слова. Хэштеги, я бы, это сейчас YouTube тестирует хэштеги, у нас есть ролик, посмотрите, там у нас там как это, про хэштеги, зачем надо размещать, как размещать, а теги это ключевые слова, они размещаются только, то есть хэштеги вы размещаете в описании видео, а теги вы размещаете в там, где метки для тегов, специальные поля. Я бы не рекомендовал ставить какие-то универсальные хэштеги, потому что есть каналы, которые выше, чем вы. Ну, допустим, если вы напишете там, допустим, хэштег там кулинария, да, то по нему будут другие каналы и те, которые априори выше, чем ваш, они будут выше по этому хэштегу. А если вы там, допустим, кулинария от Светланы Опариной, да, соответственно, то там, допустим, Светлана Опарина будете только вы там по этому хэштегу. Ну, вот таком, то есть, это у нас есть целый... Будут, есть ролики и будут, смотрите наш канал и будет там все хорошо.